начнет программу «Своеобразное приветствие». Джерри Херман, «Hello, Dolly». Следующая пьеса – это «Колыбельная». «Колыбельная страны птиц». Так назвал свою тему Джордж Ширинг. Итак, «Колыбельная страны птиц». Thank you.
Берт Кемфорт, «Странники в ночи». Следующую песню вы, наверное, слышали в исполнении Фрэнка Синатры. Это произведение Джона Кандера «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Thank you.
Далее прозвучит тема Ричарда Роджерса, называется «My Funny Valentine». Следующая песня была популярна в исполнении другого джазового певца, Луи Армстронга. Переводится ее название как «Мы имеем все время мира для любви».
Следующее произведение написал Клод Франсуа. Называется оно «Мой путь». Следующую композицию написала Эдит Пиаф. Называется она «La vie en rose». Если переводить на русский, то «Жизнь в розовом цвете». Thank you.
Ну и в заключение этого мини-концерта я исполню знаменитый «What a Wonderful World», который пел Луи Армстронг. Спасибо большое, дорогой Георгий. Мы думаем, что вы еще не раз будете выступать на этой сцене. Конечно. Замечательно. Вам творческих успехов. В общем, вы звезда уже. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, вот все хорошее... Как-то вот раны раньше или позднее заканчиваются, и наш вернисаж, наша с вами встреча замечательная, такая волнительная. Давайте встречаться чаще. Да? Фирма-консультант, классика. Желают вам здоровья, самое главное – здоровья. Берегите себя, берегите свои силы и творческих успехов художникам. Ну, а те, кто, вот, как я, не художники, ну, всего самого-самого наилучшего. Ну, в том числе и творческих, потому что жизнь – это творчество. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня. Спасибо огромное. Приходите к нам всегда. Мы стараемся для вас. Кому я еще не дарила календарь, то поднимитесь ко мне.